Село Надежда закончилось. Добрый вечер. Еду я в Михайловск. Здесь у нас вот такой подъемчик будет. И впереди у нас будет Надеждинский круг. Просили показать село Надежда. Есть ли здесь высотные здания? Высотные здания есть или нет, не знаю. Ну, наверное, со времен еще своего детства я помню, что здесь есть двухэтажные здания, в которых мы были здесь, когда были школьниками. Проходили здесь просто практику. Это было, наверное, в классе шестом. Дергались сурепку. На полях горох рос. Так, ну вот это у нас и Надеждинский круг, и направление. Аэропорт Ростов-на-Дону, Ставрополь, Листва, Астрахань. Так, пропускаем транспорт. Это вот Надеждинский пост ГАИ. Это вот машины идут с города Ставрополя. Поэтому придется подождать. В общем-то, сложно здесь сюда проехать было. А вот появилась у нас такая дырка. Это вот направление как раз и ведет город Михайловск. А вот здесь указатель, видите, Донской, Изобильный, Ростов, Михайловск, аэропорт, Дубовка. Вот по этой дороге мы с вами и поедем. Вообще, почему я здесь оказался? Я просто был в хуторе Демино. Посмотрел я в Шубовое озеро. Ничего от Шубового озера не осталось. Оно... Это полностью Вшивое озеро пересохло. Так что Вшивого озера у нас не стало. В общем-то, она была неглубокая, где-то в пределах 5 метров. Длина его 3 километра, ширина чуть больше километра. Почему она пересохла? Ну, есть такая версия, что просто-напросто там же с горы холодной протекал ручей гремучий. Там фермеры просто перепахали поля и перепахали этот ручей. Это всего лишь версия. Голословно это утверждать не могу. Вшивая наполнялась талыми водами, дождевыми, и вот ручьем гремуч. Была здесь комиссия, конечно. Все они здесь обследовали, что, почему. Ну, об этом мне сказали, в принципе, местные жители. Почему озеро пересохло. На своей памяти я не помню, чтобы озеро пересыхало. Раньше оно все было в камышу, в тростнике. Водились там сазанчики, карасики. Потом запустили туда толстолоба, амура. Он чуть почистил там, конечно, весь этот тростник. Ну и также в 95-м году здесь просто и местные жители чистили это озеро. Я говорю, что оно называется Вшивое. Здесь пошли у нас некоммерческие дачные товарищества. Северное, Дизель, Земляне. И другие. Кстати, вот здесь недавно у меня товарищ по работе купил дачу за 400 тысяч. Ну, без газа. Ну, со светом и с водой. Он, кстати, живет в городе Михайловске. И решил приобрести здесь себе дачу. Ну, такие дачки, видите, наверное, справа, слева. В общем, по этой дороге, куда мы с вами выезжаем? На мост.
который ведет, там развилка, вернее развязка, вот и по встречным там идет. Влево город Ставрополь, вправо город Михайловск, прямо на Батайскую. А по Батайской вправо Ростов-на-Дону, Краснодарский край, а влево тоже город Ставрополь мы с вами попадаем. Проехал по хутору Демина, посмотрел там военный городок. Ну, в общем-то, запущено все, что я могу сказать. Но зато железнодорожная станция Озерная приведена в порядок. Хотя мне писали там, что она там полуразрушена. Там, кажется, отделение Гургаза находится. История интересная, конечно, этого хутора. Просто здесь распахивали земли, занимались сельхозпродукцией и животноводством. Два купца, два брата, братья Демины, они были купцы второй гильдии. А так как здесь находилась железнодорожная станция Озерная, проходила железная дорога Старомаревская, Армавир, Туапсе, они могли свою продукцию отправлять в другие губернии Российской империи и также порт Туапсе. Они были промышленниками, в городе Ставрополе имели кожевенный завод, кирпичный завод и винокуренный завод. У них были дома на улице Пригородной, ну, тогда она так не называлась. В общем-то, недалеко от кожевенного завода, ферма Келовская она тогда называлась. Хозяйство они держали до 1917 года, потом все это национализировали. И на землях братьев Деминых потом в 1923 году образовалось учебное хозяйство, просто-напросто учхоз. Дата образования хутора Демина 1905 год. У меня там много знакомых было, даже там дальняя родственница Мирошниченко фамилия была. Потом со временем с этого села мои знакомые, хутора, с хутора мои знакомые, с которыми я работал на заводе «Сигнал», получили в городе квартиры и стали они уже городскими жителями. Так, ну это вот всегда здесь такое бывало, но видите, вот, чуть выше начинаем подниматься и впереди там такая туманная дымка, ничего и не видно. Ну, тем не менее, будем вот так вот двигаться. Значит, для чего я еду? Теща срочно позвонила, говорит, надо приехать. Везу ей продукты, конечно. Так, ну вот туман, туман, друзья. Ну, вот так выпало. Сегодня, кстати, 1 декабря. Такое вот начало у нас зимы, снега нет. Ну, в Ставрополе мы можем увидеть снег. Ну, вот здесь ничего. Как видите, то, что не видно, снега вообще нету. Так, ну вот, вот уже у нас развязка впереди, которая ведет город Ставрополь, вот видите, налево аэропорт и Ростов. Ну, естественно, что Ростов-на-Дону. Грузовое движение, а эта дорога ведет Ставрополь через Чапаев, запрещено. Ну и вот здесь мы с вами поворачиваем направление аэропорта. До аэропорта 10 километров. Ну и там находится у нас город Михайловск. Ну вот уже у нас здесь так вот
Опустился туман. Едем по туману. Короче, сегодня у нас съемка по туману. Кстати, Михайловск тоже на высоте находится. А Надежда в низине. И вот здесь, в принципе, у нас немного остается проехать, и попадаем в город Михайловск. Здесь у нас, кстати, проходят тоже железнодорожные пути. Они ведут вправо в Старомаревку, влево в Пелагеаду. Здесь уже более-более плотная такая туманная дымка. Так, вот что здесь у нас? Сломалась машина, вот Михайловск, аэропорт, промзона показана. Кстати, через аэропорт, наверное, с вами поедем. Вот Шпаковский круг. Если налево, то в центр попадаем. Я говорил, что здесь установили светофор. Если налево повернуть, здесь у нас находится районная больница Шпаковского района. Зеленый, пора ехать, все стоят. Недавно этот светофор здесь установили, но я считаю, что очень даже хорошо. Когда выезжаешь с города Михайловска, а это бывшее село Шпаковское, очень сложно было выехать. Если надо повернуть, что промзону, что поехать прямо в город Ставрополь. Сейчас доезжаем с вами до развилки, которая вправо поведет на аэропорт. Влево тоже мы попадаем по улице Транспортной, центр. Ну, до аэропорта 6 километров. Она вот сюда надо повернуть. Такая вот зигзообразная дорога. С аэропорта, кстати, надо пропустить. Здесь у нас авария как-то с военными была. Прямо на снег сойдет. А нам налево. Ну, тоже город Михайловск начинается. А здесь у нас улица Транспортная. Мини-маркет Матрешка. Ну, в общем, что здесь? Сейчас это уже городское кладбище. До этого сельское кладбище было. Идет здесь такая застройка. Газ. И едем по Транспортной с вами. Вот все поля здесь вот с левой стороны позастроили. И пошли вот такие уже улицы. Как улица Сидорова, Медиков. Так, Матрешка это вот с левой стороны. Медиков не улица, заезд. Вот Медиков. Следующая передовая. Ну, застройка здесь вот такими вот, где одноэтажными, где двухэтажными домами. В общем, это частный сектор. Так, это вот сюда вот въезд на городское кладбище. А мы вот по Транспортной с вами едем. Вот здесь спускаемся. Здесь гаражные кооперативы.
Естественно, здесь ритуальный. Изготовление памятников. Рыбы, венки, памятники. Здесь какая-то раньше транспортная была автоколонна. Прижмись, дядя. Я понимаю, что туман, но встречную-то не надо выезжать. Так, это у нас, значит, улица Войкова. Сбербанк. Ну, в общем-то, центр этот. Прямо если проезжаем, там администрация и все остальное. А нам вот сюда надо повернуть. И пошли у нас здесь вот такие магазины. Рынок у нас здесь слева тоже. И продуктовый, и вещевой. И трансформаторная будка. Тоже спокон веков она стоит. Я же здесь просто пешком ходил. У меня на Орджоникидзе родственники жили. Вот уже здесь спуск мимо Пятерочки. Это все на рынок идет. Спуск. Мне вообще-то куда? На спортивную надо. Ну, давайте прямо чуть проедем. Я чуть дальше заеду. Это Кавказский переулок. Так, ну дорога, я вам говорил про эту дорогу. Никто ее зимой делать не будет. А к весне здесь все поразбивают. Частный сектор здесь. Мандаринчики. Это старое село, так называемое. А нам вот сюда. Так, ну там газель стоит. Я, наверное, не проеду. Не надо забывать, что это раньше село было. Поэтому дорога такая будет. Хоть дома здесь хорошие выстроили, но это ничего не значит. Вот мы с вами вот спускаемся. В общем, мне надо на спортивное. Ах, елки-палкин лес, я не туда поверну. Это здесь новая застройка. Ну ладно, сейчас мы развернемся, все равно попадем на спортивную. Так, здесь что у нас протекает? Ладно, раз приехали, на этом съемка и закончится. Здесь просто протекает река Ула. Ладно, все, друзья. Погода плохая. Возвращаюсь назад. И потом я попадаю на улицу спортивную. Всем удачи.